что-то сгодится. Вот так. Всегда пригодится. Thank you.
тебе. На байке ездила? Нет. Садись позади меня. Держись крепче. Всем привет. Включил сегодня серию, но мы начали играть ее в Доме медведя. Ну, на этот раз я, блин, прекрасно так отыграл с этим медведем. И, наверное, я ее тоже... Мясо. Ну, выпущу в эфир, я знаю. Поэтому без всякого какого-то головняка, ну так вообще шикарно получилось. Хорошо. Наверное, будет два уничтожения медведя. Эй, а как вас зовут? Дикон, меня зовут Дикон. Лиза, Лиза, слушай, а как ты продержалась тут одна столько времени? Ты не очень разговорчива, да? Папа любит камни собирать. Он возил меня сюда искать громовые яйца. Громовые яйца? Это еще что? Это камни. Но если их разрезать, внутри они очень красивые. Ясно. Интересно, наверное. Мы тут все облазили. Белнап Крейтер, Лава Флоу, Блэк Крейтер. Везде были. Как думаете, он тоже в лагере? Не знаю. Расход бензина не показывается. Ну, может, так надо, когда кто-то сидит сзади. Но там фигурно. Ого, ну ладно, поедем. Надо девчулю эту отвезти. Черт, в тоннеле кто-то есть. Что? Так, слезай. Что мы делаем? Слушай меня, те выстрелы, которые ты слышала, это были очень плохие люди. Ты понимаешь? Только одна, но там я в любом случае думаю, еще кто-то сидит. Как делишки? Не понял, с кем она уже разговаривает. Так, а можно обойти?
Потихонечку. Побудь здесь, найди укрытие. Не выходи, пока я не скажу. Еще что там было? Как же я смогу их уничтожить, если я удаляться буду от нее? Ну, так некрасиво. Сейчас мы выключим мотор. Свет. Блять, он все равно включается. Как минимум. И обходной какой-то нету. Ну ладно, ушлёпки. Пристрелим. Лиза! Слышишь? Выходи, уже все! Ну ничего так. Даже очень. Мне кажется, не надо бегать, как раненый. Потихонечку. Вот на калаши патрончики. Сейчас я их обшмонаю. Пойду заберу ее. Опять на калашик. Да нормально. Так, этого у нас в достатке. Как оказалось. Дубины нам не нужны, у нас топор, может уже, конечно, подгулявший, но он у нас есть. Опять не то, что нам. Так куда ты? Давай еще посмотрим, может там какая деталь, кроме гаек. Не, гайки. Ладно, Лиза, поехали. Все нормально? Да, да. Давай, давай. Я хочу домой. Ну, нет, еще. Нам в лагерь. Там безопаснее, пойми. Ладно. Мы этого не обыскиваем. Мы, походу, вообще не дошли. Так, что тут? Ничего. Где что-то есть? Блин, у нас уже все есть. Как не надо, так везде валяется кругом все. А как надо, так... Ничего не найдешь. Ни патронов, ни тряпок, ни водички.
я задам тебе один вопрос. Кошка пришла. Пожалуйста, напряги память. Помешал. У кого-нибудь из твоих соседей было оружие? Ну там, пистолеты, винтовки, такого рода. Нет, пришли люди и все забрали. Люди? Такие же, как те в тоннеле? Или они были в форме, как военные? Как военные. Но они были очень грязные, и у них были самодельные флаги. Тишутское ополчение вроде, не помню точно. С ними был кто-нибудь? Женщины, дети? Не помню. Ясно. Томми бы зап... Чего так вокруг? Помню. Томми? Томми Стрикленд, мой лучший друг. Но он ушел. Спрятался вместе с отцом. Спрятался? Я... Его отец построил убежище, и там была куча припасов. Карты, еда, вода, оружие. Все в таком духе. А, понятно. Ты знаешь, где оно? Нет. Они звали меня с собой, но я знала, что мама с папой за мной вернутся. Я хочу спалить тут вот этих вот фриков. Нам же дают там какие-то очки. Ну, потихонечку будем их палить. Я пока не готов большие уничтожать, потому что у меня ни опыта нету, ни всего остального. А так мелочуха, чтобы прокачаться, и потом будем их гасить. По-взрослому. Ну вот, приехали. Ты только держись рядом. Открывай. Хорошо. Так, так, так. Куда? Поехали. Эй, кто у нас тут? Миссис Такер. О, господи. Лиза, милая. А, не бойся. Теперь ты дома. Мама с папой. Все заболели, я не знала, что делать. Пришли люди, все заболели. Ничего, теперь ты дома. Это просто чудо. Настоящее чудо. Мы же соседи, правда, Лиза? Я жила в том же квартале. Знала ее родителей. Они здесь, миссис Такер? Милая, ты же сама знаешь. Нет. Их тут нет. Ну, пойдем. Умоешься, дадим тебе поесть, а я найду тебе местечко, где спать. Веди ее в дом и накорми. Зайди к Элкаю. Вечером брошу тебе кредит. Эй, послушай, ей не сладко пришлось, ты с ней. Не надо, помягче. Я сама разберусь. Не послушай меня, правда, с ней нельзя так, как ты тут со всеми. Не учи меня, что и как мне делать. Хочешь жить с нами, хочешь нам помогать, давай. А если нет, закрой рот. Хоть ты-то не смей раскисать, Дик. Жесткая тетка. Вот это мне зачем? Все, что я с этого получаю? Медальки какие-то или что я получаю? Сюжетное задание. И дошел. Что там? Винтовка, а не пушка, мой брат. Ну ладно, сейчас я же зайду к этому дядьке, который тут торгует. А где мой мотоцикл? Вот это. А, ничего ужасного. Я так понял, бензин не расходуется. Сколько можно повторять? Эй, заработал. Когда тут кого-то ведешь, везешь. Я приступаю. Да? Черт! Тут тоже такая стой! Обстановка. Нет!
Не нравится мне. Нужно что-то? Да фиг его знает, надо или не надо. Припасы, давай. Оружие. Оружие. Ну я теперь... У меня калаш, и он нормально так долбит. Поэтому я не хочу. Жалко денег, конечно, на этот винтарь, что я потратил. Ну да бог с ним. Единственное, что может... Ага. У меня не хватает чего-то. Ничего себе. Так, ладно, если вместо калаша тут же нету снайперки, да, никакой? А тут либо снайперка, либо пулемет. Ну, не знаю. А, у меня замочек висит. Шо, тогда и думать нечего. Припасы, мне надо что-то. Чем оглушить? Такер меня кормит не за тем, чтобы я бездельничал. Для автомата, давайте пополним. Чем еще могу помочь? 11 копеечек там. Винтовочный, зачем? А, есть же у нас винтовка. Еще что-нибудь? Пистолетный максимум. Магазинчик бы. Чтобы побольше было. Глушитель. Что, я уже один какой-то покупал. Пистолетный. Ну давай купим. Как его купить? И что-то он у меня не работает, этот глушитель. О, здоровье. Угу. Ладно, потихонечку начинаем, да, разбираться. Шкаф. И что мы открыли? Ничего мы. Можем арбалет взять, но я же не хочу. Урон, правда, побольше с него. Что-то не так? Темп стрельбы побольше. Такой, каким образом, мне непонятно. Потому что это все-таки арбалет. Загляни, если что-то нужно будет. Ладно, мальчики и девочки. Мне, кстати, сделали замечание, возможно, даже... Как невозможно, а верное. У меня много мата. Ну, я буду это все исправлять. А куда я бегу? Исправлять, но поверьте, он иногда вырывается не потому, что я этого хочу, а потому что так короче говорить. Давайте заправим. Поэтому... Замечание принято. Где мой мотоцикл? До скорого. В ночь я не особо хочу. Как жизнь? Наверное, сейчас пойду вздремну. Где-то тут он нарисовано. Я ж не думаю, что он будет долго спать. Или оно нарисовано далеко? Костерок какой-то. Блин, ну есть же он на карте. Вот это вот. Типа как храпит кто-то. А, не. Во. Вот. Вот, вот эти вот буквы, типа как храпит. Прилягу ненадолго. Принимаем. Можно снова в бой. Ну вот и день на дворе.
Вперед за ордена. Да я просто смотрю. Живо. Оставь человека в покое. Блин, тут тоже какая-то зона. О! Как жизнь? Так. Как жизнь? Столько возни из-за одного. Ха. Уши принес? Хорошо. Ну, нормально. А что у нас больше вот оружия мы не можем продавать? Лады. Ну, ненужное, к примеру. Ага. Пока. Одно продать, другое купить там. В сталкере. Сидору принес стволу. Ну и... Это Нейровская рация, наверное. О'Брайен. Этот долбанный О'Брайен. Что он сказал? Метолиус Спрингс, Метолиус Спрингс. Да, я знаю, где это. Бухарь, ты слышишь? Да, Дик. Мне тут свезло. Все-таки не зря я взял эту рацию. Я знаю, куда они собираются завтра. Ты же сказал, что один с ними не справишься. Нет, но если повезет, я смогу пошарить в вертолете и... Покажи им, братуха. Только помни, что Джек говорил. Жми на газ, но не обгоняй своего ангела. Да уж. Джек много разных глупостей говорил. Отбой. Ладно, посмотрим, чем там Неро занимается. Давайте. Блин! Собака злая. Ладно, посмотрим, чем там Неро занимается. О'Брайен назрел разговор. Вот зачем мы собираем с этих самых мяс? Ладно, посмотрим, чем там Неро занимается. О'Брайен назрел разговор. 16% топор. Мы же его не едим, не продаем. А бы было. Типа мы при деле. Так, надо полечить. Потому что меня покусали эти дикие собаки. Тут еще он засвечивается что-то. Непонятно что. Нет, 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 снайпер. Где? Блин, где? Дикон Сэншон, слышишь? У нас есть для тебя работа в Hot Springs. Такер, ладно, подъеду к вам, отбой. Опять к этой тетке. А где снайпер? Мы можем сюда поехать? А он туда и показывал. Вот мы моток выключили, и по идее у нас не должен бензин расходоваться.
на клок нажимаешь. Ну, а там бог его знает. Надо все равно заправиться. Ты думаешь, этот... Ну, если на мотике подъеду. Кто это такие? Значит, сейчас мы с вами побазарим. Ну давай, те. Покувыркаемся. Ну давай. Знаете, я попал. Потери! Кого-то ранил! Ничего себе. Давай дубинал этот возьмем. Пойдет. Потому что топор наш. А, это обычная. Палка. Копалка. Все? Ну, поехали заправляться. Пока 93. Заправлялки. Тут, если что, он канистра лежит. Ну, а, это не канистра. Ну, вот она стоит. А, вот. Тоже интересно. Мы ж тут были, да, на этой заправочке уже. Это, по-моему, одна из первых. С патронами у нас гуд. Я смотрю, вот эти вот штуки, которые я там колол, да, находил у них. У меня и здоровье поболее от них. Я думал, это временное, ну, действие. Оно, оказывается, остается. Ими прокачивают. Ну, я могу ошибаться. Но у меня никуда ж не пропало. Вот, если сейчас тут найдем, если мы тут еще... А мы тут были. Да, мы ж тут уже бодались. А может, новое появилось? Инъекцию тут вот делать. Только бы не оказалось, что я зря старался. Это мне нужно. Ну, по крайней мере, аптеку нашли. Где-то в коробке. В каком-то из вагончиков. Вот. А, нету. Ну, зато мы проверили. Ну, а шо? Аптеку он взяли. Шо мы? Патроны ж, походу, у нас есть. Нет оружия. Ну, нету и нету. А тут два пистолета. Дальность. Ну, мой покруче. Магазин 10, а у меня 12. Так что. Ха-ха-ха. Погнали. Дальше. Все-таки залез, вчера посмотрел видос про эту игру. И как-то попал там, где вот этих фриков, ну просто капец, орда.
Я не ошибся, когда услышал это слово «Орда», их должно быть много. Блин, там же их просто. Сказать, что их там много, но это практически ничего не сказать. Тому очень много. О, тоже какая-то западня. Ну что, научить тебя охотиться? Я умею стрелять из пушки. Это винтовка, а не пушка. Я служил в 10-м горном, так что не надо мне тут морпеха включать. Оленя убивают совсем не так, как человека. Или фрика. Основа охоты – взять след. Нужно собраться, увидеть подсказки природы. Если приглядеться, увидишь знаки. Увидишь знаки. Ну, давайте увидим. Какашку нашел. И что нам теперь это бегать за оленями? А олени нам зачем? Вот и хорошо. Смотри, видишь оленей помет? О, я говорю, что... Ну да, какашку вижу. Нашу. Ведут туда. Да, это понятно. Ну так пойдем. Ну, вон он пасется, я уже его вижу. Вон он, твой олень. Вижу. Вот, держи мою винтовку. Если служил в 10-м горном, с оптическим прицелом разберешься. Шо он топчется? Не пойму я, чё ты топчешься? Да, Коуп, уж разберусь как-нибудь. Не спеша, не спеша. Я думал, ты умеешь стрелять. Я давно не пробовал. Давай еще раз, быстрей. Так куда он убежал уже? Куда стрелять? Я ему врага метился, наверное. Он там в травке был. Если служил, ну, давай еще раз попробуем. Разберешься. Да, Коуп, уж разберусь как-нибудь. Ну давай. А, вон голова. Попал! Опять. Четко. Так а что попал? Он же убежал. Да черт, я его только задел. Он ушел. Нет, это ничего. Ты его ранил. Он теперь быстро ослабеет. Главное выследить. Ага. И шо нам? Ну пошли. Давайте теперь оленя будем ловить. Да, вижу. Иди по следу. Иду. И шо, он мне даст ту же винтовку, которая у меня была, или которая есть. Нет, даже та, которая была. Я думаю, мы вот-вот увидим его тушу. Ну что, умеешь потрошить добычу? Okay. Да. Мы с Бухарем и раньше охотились до всего этого. Клыкачей потрошил. С отцом своим на оленя ходил. В общем, он показал мне, как потрошить надо. Ну, при всем уважении к Бухарю, тебе есть чему поучиться. Уж больно много мяса зря пропадает. Но в целом, неплохо. Для новичка. Ну, спасибо. Ладно, давай-ка назад винтовку. Держи, спасибо.
Расклад такой. Мяса нам нужно как можно больше. У нас еще не все встали на ноги после того нападения. Ладно, Коуп, я буду иметь это в виду. Что-то я не помню, это что у них другой лагерь, да? И... Да, это ж тот, который... Здорово, Мэнни. Баг, где баг? Ну? Твой байк можно улучшить. А, байк. Я хочу улучшить, конечно. Давайте. Двигатель. Еще одну двигатель. Это что у нас, стандартный двигатель? Что-то еще. Где баг? Есть баг? Это у нас что? Блин, и это надо. Бензобак. И это надо. Рама хер с ним. Закись азота, шины. Ты. Сколько бензобак? А, так у нас... Бензобак даже, что был приобретен, но вот это вот мы не можем. Мы не можем, ну ладно, на закись азота, надо мне оно сейчас, не надо. Ладно, посмотрим. Собираешься просто так стоять? Полторуха осталась. Где теперь мой мотоцикл? Вот это. План пока, Дик. Что-то ничего не поменял. Ну, давай посмотрим. А что там с бензом? Как поживаешь? Давайте забрать. Хочешь что-то предъявить? Заправить. В водище всегда нужно топливо. Жизнь намада. Воды. Посмотрим. А что у торговца? Как жизнь? Припасы. Конечно, ничего не надо. Только посмотреть. Будет что-то нужно, я здесь. Поехали. Как дела, Бухарь? Да нормально со мной все. Слушай, Дик, у нас мало припасов. Сейчас, подожди. Это ж мы можем заехать к себе. Вот же наша. Давайте, наверное, сюда тоже отметочку. Поставим. Си. Нам бы олени надо быть. Если получится. Да, правда. Как-то мы давно не охотились. Попробую там по дороге раздобыть тушу. Теперь за олени. Помню, что нужно делать. Коуп меня кое-чему научил. Хочешь, верь, хочешь, нет. Коуп, шутишь, что ли? Спасибо, Дик. До скорого. Свежее мясо. Вот так вот. Ну вот, теперь надо отнести все Бухарю. Так а что, у нас же есть мясо. Какого нам? Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Утром сломал очередную бритву. А ведь глобализация должна была принести нам лучшие товары со всего мира. Вместо этого мы получаем самый дерьмовый ширпотреб, который штампуют за рубежом. Все делается так, чтобы быстрее сломалось, и вы пошли покупать новое. Еще. Ну уж нет, я не буду слушать этот бред. Орать только не надо. Получил? Фашист. Граната.
Опять ночь. Так. Мясо шумно, да, да. У нас же есть мясо. Или его самого нет. Я уж боялся, ты не вернешься. А вот. Ты же знаешь, я тебя не брошу. Эй, Бухарь, я принес мясо. На какое-то время хватит. А, Дик, спасибо. Ну, сейчас я не голоден, я засолю на потом. Оперативно. Ладно, вздремнуть не хочу я по ночам кататься. Не очень мне это нравится. О, где моя койко-место? Передохну чуток. Да передохни. Я пойду себе чай сделаю. Шутка. Ну ладно, идем. Да-да. У нас же должен быть здесь бенз, а где-то же была вот эта баклажка. Вон он. Я потерял. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Я вырос в этих лесах. Дед научил меня охотиться. Вот только пригодились мне эти уроки в мире, которого дед и представить себе не мог. Первый домик на дереве я построил, чтобы следить за оленями. Высота дает преимущество над добычей. Оттуда я и пристрелил своего первого оленя. То, что надо. Мой лагерь и сейчас находится на деревьях. Готово. Если хотите выжить и можете принести пользу своим существованием, приходите, мы примем. А еще дед объяснил мне, что на оленей иногда приходится устраивать засаду. Прячься там, куда они непременно пойдут. Например, у водопоя. Сейчас любой может стать и охотником, и добычей. Поэтому, отправляясь по своим делам, будьте настороже. Но самым верным способом сцапать добычу, как объяснил мне дед, была и остается ловушка. Оставь у дерева силок, и вскоре найдешь в нем свой обед. Но будь осторожен. Даже отрубленная голова змеи может ужалить. Особенно, если она не совсем дохлая. Поверьте, если бы мой дед дожил до наших дней, он пережил бы нас всех. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Прекрасно, Коуп! Значит, с дедом вы расставляли силки, а с папашей клали солонцы! Тоже мне благородные охотники! Ну, теперь уже всем все равно. Могила. Да, я все время забываю, что рядом гора О'Лири. Сам удивляюсь. Ба, такой звук покруче. На мотоке. Опять засада какая. О'Брайен, сколько нам тут еще торчать? Я только начал, так что остынь, ладно? Все, мне надо работать. О'Брайен, походу нашел. Шопехом пойдем. А, да. Так и шо нам? Вступить в контакт с Абрайном. Надо читать то, что пишут. Так а как я
что плюс. Сейчас я запишусь. Никого мода кошмарно записываться. Не работает, да? Уже началась миссия. Или как задание началось. И не работает. Мне же эти могут загасить, да? Там точно кто-то ходит. О, уже. Уже кто-то увидел. Что мне здесь делать? Все закрыто. Камушек только открыт. Ну этот... Этот может отойти. Подтвердилось. Тут много слепней. Хорошо, что нам не... Хорошо, хорошо. Чу. Где же?
пойму, что мне его схватить надо или что? Что мне с ним надо сделать? Вступить в контакт. Ну, по крайней мере, тебя не разорвали фрики. Ты ведь и сам мог стать одним из них. Думаю, тебе бы это не понравилось. Что тебе надо? Не подходи. Мы просто поговорим. Протокол Нера 2/7 предписывает, что при проведении операции в карантинной зоне, если я встречу каких-то намадов, ну, то есть гражданских, мне запрещено вступать с ними в контакт. Правда? Ну, ты же вроде уже вступил в контакт. Ну, в общем, да. Ты живой? Да. Живой? Как? Как ты выжил, убрать? Я не понимаю. Короче, в ту ночь ты был там, в Фермале. А потом в лагере бешенцев вертолеты горели. И все до одного погибли. Там всех перебили, там всех разорвали на куски. Ладно, так, слушай, я могу по-хорошему или по-плохому. По-хорошему мы поговорим. Ты ответишь на вопросы и пойдешь копаться в фрике в мешках. Или зачем? Отдай коврик и мышку. По-плохому... Я вскрою на тебе скафандр и глянем, как твои дружки отнесутся к тому, что ты надышался зараженного воздуха. Что выберешь, О'Брайен? Ладно. Хорошо. Хорошо. Ну, вспоминай. На крыше старой пивоварни я посадил в твой вертолет раненую женщину. Я помню, ну конечно, у нее было ножевое ранение. Я пришел в лагерь беженцев, в который ты должен был ее доставить. Все были мертвы. Я повторю вопрос. Как ты смог выжить? Нас там не было. Нас развернули на юг, в другой лагерь. Тот, что был на пи, был захвачен, поэтому нас отправили на юг, в лагерь возле Силвер Лейк. Там кто-то выжил? А сейчас? Не знаю. Меня перевели в исследовательскую группу. Я выясню, я узнаю. У тебя наша рация. Вот как ты... Я ничего не обещаю, но я проверю. Ага, вместе пойдем, топай. Нельзя, не надо. Ты их не знаешь, они тебя застрелят. А я застрелю тебя. Слушай, если хочешь меня убить, убей, понял? Я сделал, что мог. Это была твоя жена? Я ей поставил капельницу, кислород. Я ее спас и огреб за это проблему. У нее начался сепсис, она бы не выжила. Я отвез ее в госпиталь, я ее спас. О'Брайен, прием. Мне пора. Пожалуйста, уходи отсюда. Ты не знаешь этих людей. Не знаешь, на что они способны. Если ты исчезнешь... Знай, я тебя из-под земли достану. И тогда сломанная антенна, и ты уже не отделаешься. Мне жаль, что так вышло с твоей женой. Но не ты один тогда потерял родных. Зачем мне дубина? Проехать к указанной точке. О'Брайен выжила, как он мог услышать. Их же послали. Кто они не отпускают? На юг. Он включил ей кислород, поставил капельницу, он не дал ей умереть. У нее было заражение крови, она бы не выжила. Он отвез ее в полевой госпиталь. Он спас ей жизнь, я так сказал. Он спас ей жизнь. Может, она еще... Она... Нет. Но О'Брайен жив. А если он...
Тогда, может быть. Кто это такие? Дик, слышишь? Бухари, я тут тебя спрашивал, помнишь ли ты того урода из Неро, О'Брайена? Дик, я все это помню очень смутно. Да, да, ладно, ты поспи немного, я тебе потом расскажу. Ну, охренеть. Когда мы отсюда уедем, Дик? Спать уже, ладно. Скоро, уже скоро. Слушай, как только твоя рука заживет, мы отсюда свалим. Да, Дик. Хорошо. Лесенка наверх. Что, издалека их загасить или попробовать? Дик, у тебя рация включена? Скучно было. Я подумал, смастерю вот что-нибудь. Заскочи, как сможешь. Тебе понравится. Давай, песня. Бухарь, спасибо тебе. Я заеду. Еще один, блядь. Ох ты, блядь. О'Брайен! Ты меня слышишь, О'Брайен? Ах ты, тварь. Если ты мне не ответишь, тебе же хуже будет. Я знаю, что ты на этом канале. Не выйдешь на связь, я тебя все равно найду. Ты понял? Зараза! Ну давай, О'Брайен! Отвечай! Что? Что за черт? Дик, ты на связи? Ты нашел вертолет? Это правда тот самый тип, который был тогда на крыше? Тут кто-то есть! Да. Да, это был он. Он нас вспомнил, Сару, что произошло? Не знаю, их послали на юг. Он ее помнит, но не знает, что с ней в итоге стало. Ты же не думаешь, что она еще жива? Что? Нет. Я тебя вижу! Суки, Цен! Граната! Мы еще отошли. Да, блядь, я ж пистолет достал. Да что ты не достаешь автомат? Что так долго? Нахрен покой. Ты что несешь-то? Ладно, мне пора. Отбой. Гуляли. Винтовка. Не хочу я винтовку. Меня калаш. Долго так берется. Просто капец какой-то. Что за... Там один свалился, да? Ничего я больше не... Топор. Во. Топор — это вещь. Как оказалось. Где там этот что? Вон он. Ты кто? Дядя. Ты чё? Это Бах, наверное, да?
Ну да бог с ним, пусть стоит. Вот тут еще один свалился. Я не думаю, что там что-то такое у него. Сейчас сделаем бинтик себе. А не, у меня все. Использую. Нормулики. А теперь же и сделать надо. Этого вдруг не хватает. Не хватит, как мы тогда с медведем. Предыдущая серия. Потом оказалось все проще. Так, бензинчика не мешала тут. Может кончить. Ну поехали. Выключим свет. Красное все. А тут. Блин. Ну ладно. И волки, и не волки. Мы тут были когда-нибудь. Использовали вот эту штуку. Кого это? Нет дока, ну конечно. А, так мы сюда не заходили, получается. Вон канистры. И как мне туда попасть? Канистру вижу, а где у нас генератор? Ну ладно, пошли пока канистру возьмем. Так я попаду на крышу. Я что-то не помню, чтобы мы вообще тут лазили. Хотя, наверное, лазили. Так, надо сначала. Громкоговорители поломать. Или генератор. Красиво. Где он может быть? Еще вот это чучело ходит. Здесь нету. А он, наверное, в середине, да? Собака порылась. Так, нам надо залезть сюда и перепрыгнуть тут дым. Как это сделать? Не зря он за крышу говорил. Блять, он не прыгает. Ну как так? Ну как?
Что это за замочек? Ну что? Нет. Сейчас этим открыто. Ключик, наверное, какой-то надо. Ну что, на! Процентов топору. Давай еще одну. На. Так. Может, надо на паровоз? Смерти. Да, отличная была идея. Рыть братские могилы и свозить сюда все эти трупы. Ого. Как же налезть. Давай патроны. Прикольно. А как я бензин возьму? Блин, свалился.
лезешь с канистры? Молодец. Чего они сбегутся, эх? Да, наконец-то. Давай, так, закрывай теперь дверь. Посмотрим. Ящичек есть тут? Мы один этот не уничтожили, да? Давай. Блин, зачем я дверь открыл? Там еще где-то. А, все уже, да? Ладно, посмотрим. Закрывай дверь, потом как-то будем текать. Там еще одна. Как ее показать? Руководитель один. Теперь же надо отсюда свалить. Я не нашел тут. Можно что-нибудь смастерить. Транквилизатор. Куда свалить? Вот сюда, в дверь. Здесь их нет. Хотя нет, есть они. Давай на байк держимся. Ай, блин. Ого, мы в какую-то задницу попали. Конечно, хорошо, как мы проедем, или мы не проедем вообще. Как-то надо по-другому. Давай, бери. Гаечки. Давай хоть велик, господи, велик. А байк починил. Что у нас тут? А! Я понял. Ну все, вопрос закрыт. Вопрос закрыт. Сохранимся, да? Ну, около байка. Ну, вроде как есть там волчок крутится. Крутится волчок. Забава детства. Бензинчиков. Шо? Оп. Что тут было? Давай позырим. Тоже гайки, да? У меня, наверное, гайка полно. Да. И здесь что-то было. Нету ничего. А дубина? Ну, у меня ж нету ничего. Давайте дубину возьмем. Что это? Пусть будет.
55. Западня. Никакую толкать. Никакую. Как же мне? Или в другую сторону ее толкать? Ну вот. Где она хоть по карте? Впереди заправка. Так, а что тут в багажнике может быть? Ну, а как я себе рюкзачок побольше? Я не могу понять, как. Край было все понятно. Шкуры, шмуры. Так, выключаем свет. Это опять нейро. Еще один участок нейро. Может, в Мекунгте что-нибудь найдется? Да, должно. Давайте поставим байк так, чтобы можно было тикать сразу. Далеко, ну ладно. Сука, эти уже тут. Вот это шо ты не было? Топор. Топор покруче. Что, вы прибежали уже? А как они меня так сразу? Что ж у меня за сложность стоит? Еще трофеи. Еще не успел ничего сделать, они уже меня ранили. Так, ищем громкоговоритель. Один нашел. Как на него залезть? Да что ты прячешься? Спистика просто... О! Давай. Не. Не. Да давай, давай сюда на пенечек. Крутишься. Крутишься. Блин, ну как? С пестика только. Давай, с пестика никого нет. Услышали. Услышали, твари. Вот он. Генератор есть. Бензин есть. Блин, их много. Давай, я жму этот X. Надо отойти. Гляну, гляну. Там еще что-то впереди. Ох ты, блин. Долго заряжаешься. Угомонись. Ну, громко нужно жить. Побежали, побежали. Ну,
Что-то я не то делаю. Где вы взяли? Трофей. А чё я теперь не могу? Могу. А, точно, я же записался. У Коломодрика. Надо позже записаться. Свет выключи. Сразу, наверное, надо генератор заправить. Да, потихонечку, не газуй. Пошли. Все равно мы туда нырнем. Где я тут видел баклажку? Бензин. Бензин. А ты думал? На что-то сгодится. Пошли, наверное, сразу мотать заправим. Я планирую все-таки тут победить. Вот так. Хорошо. Загрузимся, через сохранимся. Топор. Топор. Зачем ты взял, блин? Раз. Два. Вот тут как-нибудь. Почуяли уж у меня. Почуяли. А вон еще бензинчик. А как же ту? Или бог с ней? Потом выскочить. Сейчас запишемся, а то они что-то уже тут собрались. У меня, кстати, здоровье было 48, вот это они меня и убили. Ай, что ты перещишь? Не нравится.
Ура, зеленый свет. Зеленый — это хорошо. Нет тока, ну конечно. А чё нет? А чё нет? Что случилось? Нет тока. А что случилось? Ну... Что тут может быть? Блин, что это там? Да, она раньше меняла. Где-то здесь что-то есть. Или наверху. Зараза, предохранитель сгорел. Где мне теперь взять предохранитель? Не да, не туда. Вот у нас. Это здесь. Вон. Куда? Есть. Есть предохранитель? Или нету? А куда следы? Зачем туда веду? Предохранитель, да. Фух, зачем есть? Матрёх такой, конечно. Вот теперь дело пойдет. Сейчас они все сюда сбегутся. Ну, давай, заходи, я потом дышу. Посмотрим. Закрываем. Еще один регистратор. Может, хоть теперь я пойму, чем вы здесь занимаетесь. Отпустите меня, гады, отпустите! Мэм, вернитесь в машину. Нужно подождать. Мы тут ждем уже 12 часов. У меня в машине два больных ребенка. Мы... Нам нужно... Вот оно, здоровье, запас силы, концентрация. Просто дайте нам воды. Мэм, вернитесь сейчас же в машину, ясно? Эдди, у тебя есть бутылка с водой? Дай ей. Запас. Дай ей воду. Спасибо. Так, а теперь отойдите. Да. Хорошо. Хорошо. Уже скоро вас пропустят. Я чувствую прилив сил. Давайте. Спасибо. Подлечим. О, если мы... Простите меня. Запирай. Эй, что, в чем дело? Так. Оружие. Боеприпасы. Максимум боеприпас. Но у меня ж автомат. А тут инвентарь. Чё автомат не с памяти? Я ей соврала. Что? Они больше никого не пропустят. Лагерь забит под завязку. Что ж нам делать? Не знаю, как ты. Подожди. У меня есть план. Какой план? Что? О чем ты? Я не понимаю. Нет! Что? Господи боже, столько народу. Бухарь точно сказал. Жуть, да и только. Толпились у этих блокпостов и ждали своей смерти. Сейчас спать, а они разойдутся. Наверное, нет.
что два громкоговорителя работают, они, наверное, еще больше прыгают. Надо валить. Мой байк там, а их здесь вообще полно. И через эту дверь. И отбежать. У меня же запас сил. Давайте автомат возьмем. Ну погнали. Давай. Что ты такой дохлый? Погнали. Оу. Нужно сжечь оставшиеся гнезда. Нужно всех пожигать. А мы тут... Чую по запаху гнездо где-то рядом. Дорогу сначала давай найдем. Вот это. Так. Ну, наверное, на этом все. Я сегодня еще отыграю. Запишемся. Всем хорошего дня. До свидания.